Ребята, всем привет! Мы тут уже в драку собаку сидим, едим. Я бы не даю. Говорю, нет, не лезь. Мукбанг во время мукбанга. Нефиг за кадром жрать. Короче, вы, как всегда, на пиратской жизни. Да, ребята, у нас мукбанг, у нас супчик. Котлеты у нас пока еще не готовы. Мы решили на разгрузочный день сесть, да, и мы налили себе в маленькие тарелочки. Смотрите, вот такие вот тарелочки. Супчик. А, кстати, майонеза был. Майонез будешь? Или так поешь? Похлебаешь? Писька тараканья. Ты вечно все забываешь. Все вечно забывает. Она все вечно забывала, такая уж она была. Редиска злая. Редиска такая. Сам ты редиска. Редиска. На тебе майонез. Раздражитель поджелудочных желез. Да. Попробуем, что у нас за супчик получился. Вкусный, невкусный. Тебе надо? Тебе фигакнуть? Давай так. Эть. Немножко. Эть. Все. Прям буквально по капельке. Что-то мы реально пока есть не хотим особо. Но вот хотели супчик именно попробовать. И прям по пол тарелочки все налили. Обязательно это было полезно. Да. Я вон ему, смотрите, кисель поставила. Ешь кисель. Куй. Жуй. Кисель. Вредный. Побрился, смотрите, а? Комментариев начитался, говорит, ой, мне там говорят, что у меня очень много борода. Стал это бороду. Это ты мне читал, да, не конечно, надо играть. Я тебе читала. Да. Сам лежал полдня и читал. Ага. Да. Пробуй суп. Точнее, кашу грибную, эту, куриную. Жиденький пловчик. Ну, разварился рис, что я сделаю? Сам сказал, кидай, блин, быстрее рис. В итоге я кинул, в итоге он разварился. Что я сделаю-то? Уже был месяц с картошкой кидать. Да. Ну, все нормально. Но тем не менее вкусно. Кончился. А тут сижу, мне так подгревает. Так, дай-ка мне эту горчичку. Горчичку в студию. Да. Что-то я смотрю, так у меня такой стол какой-то у нас бедненький. Извините, ребят. Диета, она такая. Всего лишь по пол тарелочки щей. Точнее, суба. Кстати, хорошо проварился, все, суп готов. Котлеты там еще минут 20 будут. Я все сижу за ним, поглядываю тут сбоку. Потом, может, еще и котлеток поедим. Может, кто не успеет до конца мукбанка. Мы такие, та-дам! Презентуем. Не успеете. Ну что, вроде неплохой. Супчик-то. По-моему, вкусно. Вроде неплохой. Только сыт и глухой. Вот люблю я Вована за его самокритичность. Да, Вован? Самокритичный ты мой. За свою-то. Угу. Главное, есть не хочу, а колбаску-то сразу. Скушать. Угу. Зачем ты колбаски всегда тянуть, да? Ждаю. Угу. Давай. Какой бледный человек. Хожу, глотай. Угу. Курица, кстати, отлично проварилась. Слушай, а так-то, в принципе, тарелочки нормальные. Это просто мы с тобой привыкли есть из тазиков. А так нормальные порционные тарелки. Да? И совсем не салатные. Вообще, я, кстати говоря, слышала, что просто, чтобы похудеть, нужно просто есть на пол ведра меньше. Как говорила, по-моему, Фаина Раневская или что-то такое. А, нет, Майя Плисецкая. Ну, по сути, такая тарелочка в самый раз. Не, хорош суп. Салатный ты видел, какая маленькая. Это у тебя вот эти стеклянные, да, у нас? Угу. Угу. Что там есть? Ну, да. Просто вы привыкли уже большими порциями есть.
И все. Не, хороший суп. Прям очень хороший. Прям. Угу. Сам себя не похвалишь? Ни одна тварь рядом не похвалит. Угу. Да-да-да. Именно тварь. Да. А раз тварь, а тварь могут разговаривать. Я твою котлету тоже хвалить не буду. Так вот. То, что твари не могут разговаривать. И то, что письки такие. Ням-ням-ням. Что там у нас с этими котлетами? Нормально. Сейчас они как раз, видишь, вот обволокутся и будут такие щух, красивые. Из них уже сок выделился, вот этот мясной. Красота. Сейчас надо пойдем погуляем. Что дома сидеть? Все сделали, все наготовили. Пойдем гулять. Правильно? О, слушайте, мясо прям отварилось вообще. Я боялась, что не проварится. Отварилось или отвалилось? Ну, прям оно отваливается. То есть, это говорит о том, что оно прям хорошо проварилось. Что ты на мою смотришь? У тебя он в своего ножка лежит. Смотрит на мою ножку. Вот вы говорите, что я постоянно к нему в тарелку смотрю, а вот он что сейчас делает? А он ничего не делает. Он ест свою курицу. Свою курицу. Которую ты глядишь опять. Я на свою гляжу. Ничего надо. Подобного. Я пока на свою смотрю. А потом твою буду смотреть. Так моя закончится. А он что такое? Прикинь, что предлагал. Давай карри туда еще добавим суп. Да, было бы вкусно. Мне кажется, бред. Бред? Суп с карри? Да. Куриный суп с карри? Да. Ничего не бред. Ты же Таиланд ела. У меня другое. Нифига. То же самое. То же самое? Да. Как вы считаете, вот такой вот обычно куриный суп добавить карри, это нормально? Ну, конечно, не стоит. Мне кажется, стоит. Ну ладно. Когда кажется, как ты сам говоришь, креститься надо. Когда крестится, еще больше кажется. Ага. Не очень вкусный. Слушай, а мне кажется, слушай, а если, например, с золотистым рисом варить, ну так, пропаренным, рис бы так не разварился? Не знаю. Угу. Что я бы делала с краснодарским, прям разварился. Не было мыть лучше. Чего? Мыть лучше. Я его промыла так-то. Да? Да. То, что не надо мне тут, наверное. Что тебе не нравится? Ля-ля-ля-ля. Угу. Ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля. Вкусный. Хороший суп. Твоя котлетка когда будет готова? Я хочу прям по котлеточке. Через 15 минут. Через 15 минут? Да. Блин, ты 20 минут назад говорил. 10 минут. Нет. Это ты говорила. Да? А я говорил полчаса. Как всегда, я не права. Пейте еще. Не открой. Я сначала себе открою. Вот как ты всегда, у тебя любим больше. А ты ешь свой суп так. Угу. Кстати, со сметанкой, мне кажется, было бы вообще бой. С сметанкой. Где бы ее взять-то? Че ж ты не купил? Сметанку-то. Забыла. Старая стала. Нормально такие тарелочки. Можно использовать. Так супные. Давай. За все хорошее. Люблю я чокаться всем, чем не попадя. Потому что ты чокнутая. Да. Классный кефир. Я тогда варила, у меня так не получилось. У меня какой-то дурацкий получился. А здесь вот классно делают они. Может, это консерванты?
То есть ягоды, видишь, перетертые. Угу. Я тоже перетирала. Смотри видео, как я делала кисель-то. Старый. Вот смотрите, главное, здесь все побрил. Здесь все побрил. А вот эту свою бороду оставил. Хотя как у старой больной обезьяны будто. Да. Висеть. Будешь так вставать сюда? Делать. Сам же говорил, что у тебя в маске потеет борода. Да. Да. Так засохнешь. Ты не боись. Ты за себя бойся. Че, не будешь колбаску? А ты не будешь сыр? Нет. Я что-то наелась. Да? Надо да. же, наконец-то. Да. Прикинь. Я наелась. О, тоже нравится. Наелась. А она куда лезет прямо? Прям куда-то лезет так. Угу. Лезет, лезет так. Влазит куда-то. Угу. У меня шикарная кисель делала. Причем, кстати, недорого получается. Я покупала вот эту вот клюкву. Она вообще дорогая. То есть она там, я не помню сколько, 300 Ладно. Рублей или что-то такое. 400 рублей. 400 рублей за килограмм. Да. Вот, у меня получилось сколько там? 4 или 5 литров. Какой-то сахар там туда-сюда возилась, там. Крахмал тоже, кстати говоря, дорогой. Потому что, в принципе, если вот кому неохота возиться, вот пошел купил, все. Пьешь. Сидишь. Я глядел, как это дело. Уже было опустить эту клюкву. И блендером ее сбить. Разбомбить. А потом стать сварить. Вот такой умный, прям вообще. Дело в том, что крахмал содержится в ягодах тоже. Но только в мизерном количестве. У тебя черная смородина, а у меня клюква. Ничего. Чего, просто говорим. Наелся? Да. А, обожрусь и помру молодой. Чё ты на сырок поглядываешь? А, у тебя стекает? В общем, вот такие дела, ребят. Пошли мы гулять. Ленивые мы стали. Старые. Да. Вот такой вот и обед у нас. Курочка обычная. И все. Куриный суп, точнее. Но если будут котлеты, мы обязательно подключимся. Когда они будут. О, вот тут зомбирует кисель. Стекает. Стекает. Ты ждешь. Ждет его, как стекает кисель. Ну, стек уже, давай, дыхай. Шли годы. Он ждал, когда стечет кисель. Угу. Ладно, всех любим, всех целуем. Не забывайте нас подписываться. Завтра будет еще интереснее, я уверена. Да. Завтра у нас будет завтрак. Завтраки у нас как-то даже аппетитнее получаются. Ну вот не всегда такие у нас столы. Иногда нужно и разгрузочные дни иметь. Не всегда заставлять все. Просто иногда даже жрать не хочется. Вот так. Всех любим, всех целуем. Не забывайте подписываться, писать комментарии под звездочками. Всем спасибо, всем пока.